Серия всяких шуточных песенок, ну, такое не споет. Это будет песенки про кошечек разных. Две песенки споют. Значит, короче говоря, сейчас расскажу, значит, просто есть ВКонтакте такая группа «Гармошка Плюс», которая устраивает всякие концерты, значит, там велоконцерты, на лыжах концерты, там, просто так. И, значит, там Сергей Иванович, который это все организует, он просто задает какую-то тему, ну, какую-то совершенно любую, может быть, тему. И вот, значит, песни там подбираются на эту тему. А поскольку я там как автор-исполнитель у них считаюсь, значит, мне вроде как надо свои песни петь. Иногда по теме нет песен, я так думаю, раз, если что-то такое сочинишь. И вот, в частности, была тема такая, песня о животных. Нужно было какую-то песенку о животных. Вот я вот там сейчас пою, которая как раз к этому была написана. Во дворе моем живет котенок черный. Он пугает часто по утрам девчонок. Очень любит вид коротеньких юбчонок. Начинает за ноги хватать. А девчонки весело всегда смеются. И еще потом у них колготки рвутся, а царапанные ноженьки несутся, от котенка им не убежать. А девчонки весело всегда смеются, и еще потом у них колготки рвутся, а царапанные ноженьки несутся, от котенка им не убежать. Я, конечно, в общем, не котенок черный, но давно люблю хорошеньких. Правда, предпочел бы вовсе без девчонок. Что ж могу еще вам рассказать? Пусть девчонки весело пока смеются, в мои сети непременно попадутся. А котенку черному поставлю блюдце и сметану буду наливать. Пусть девчонки весело пока смеются, в мои сети непременно попадутся.